Итак, друзья, вот уже вид сделанной головки. Вот эта поверхность уже шлифанута. Четко, ровненько. И теперь сами седла. И мне вот этот раз очень, кстати, даже понравилось, как сделали. Все углы четко видно. 30, 60 и 45. Классно. Очень круто. Не знаю, может быть, видно, не видно. 60, там очень маленькая кромочка. 45 и 30 уже. Так. Очень круто. Видно все грани, видите? Обалденно. Сейчас я ее буду складывать. Проверю на протекаемость без притирки. Ну, а потом увидим. На 150-ю САШку мне пришлось притирать клапана, поскольку они очень сильно текли. Вот. Так что вот так вот. Все, пошел собирать, друзья. Пока.